Друзья мои, привет! Я Андрей Бузуев, и это мои стихи вслух. Стихотворение, которое я хочу вам сегодня прочитать, написано очень давно. Изначально это был пролог к музыкальному спектаклю, который я когда-то вознамерился написать на сказку Антуана де Сент-Экзюпери. Ну, вы знаете эту сказку. Так вот, спектакль не написался, а стихотворение осталось. И сейчас это самостоятельная работа. Она называется «Сказка для маленького принца». Именно так, для маленького принца. Сегодня оно попалось мне на глаза, и я подумал, что хорошо бы там пару строф переставить местами. Ну и заодно прочитать его вам. Послушайте, пожалуйста. «Сказка для маленького принца». Что делать, мой друг? Остается придумывать сказку. Ведь так безнадежно раскинуты крылья твои. И ночь приползла, улыбаясь межзвездную пастью. И маленький мальчик уже за спиною стоит. Черчу на песке я начало ее неумело, и вдруг понимаю. Все правильно, все хорошо. Вот вышел барашек живым и достаточно белым. Вот тютелька в тютельку. Слоник водава вошел. Достойна ли жизнь ожидания вечной награды? Привычной петлей изогнулась веревка моя. Она так умна, все в ней тонко, и все в ней как надо. Но кто-то далекий подумает. Вот ведь змея. Как юная роза трепещет сияние малым. Надежды полна, и желание нового дня, шипы, лепестки, все свежо, ничего не опало. Но кто-то далекий подумает, не для меня. Мой добрый охотник, ты все еще тешишься смертью, и я был рабом наслаждений этой игрой. Но каждый твой выстрел в твое возвращается сердце, и кто-то далекий охоту начнет за тобой. Прости меня, пьяница, тут я помочь не сумею. Твой сон — только сон, утечет, как сквозь пальцы вода. Себе не соврешь, и чем дальше уйдешь, тем больнее. А маленький мальчик тебя не простит никогда. Ах, рыжий мой лис, как мечтаю быть рядом с тобою, за этот вот мех и за эти глаза отвечать. То полдень, то полночь, то солнце, то звезды покоя. Пусть кур не хватает. Какая нам в этом печаль? То листья опали, то солнце не вовремя встало, то ветер подул и унес облака не туда. Но вновь свой фонарь зажигает фонарщик усталый. Ведь кто-то далекий все верит, что это звезда. Вот ученый. За ними последнее слово. Измерит и взвесит. И все объяснит свысока, что двигатель сдох. И что выхода нет. Никакого. И что вероятность спасения крайне низка. Межзвездную тьмою наполнено небо до края. И что там с мотором уже не понять в темноте. Как долго мой принц на холодном песке умирает. Чтобы кто-то далекий поверил, что он улетел. Но сказка, как в сказке, подарит нам время рассвета. Песок опустеет,
все станет мудрее с утра. Для трудных вопросов найдутся простые ответы. И кто-то далекий, конечно, окажется прав. Ну вот и все на сегодня. Подписывайтесь на мой канал, слушайте то, что я написал для вас ранее. Для меня это крайне важно, очень важно. Это залог того, что я напишу что-то новое. Ну, пока до встречи. Всего вам доброго. С вами был Андрей Бузуев. До новых встреч.